А тут у нас, значит, блок с батареями, который придерживается куском поролона. Ну и где-то там за ним контроллер торчит, который на радиоволнах, кстати, работает, а не на инфракрасных лучах. Так что ему все равно, что он в коробке. И не важно, куда пульт направлен. Там, значит, 4 батарейки АА, 1,5 вольта каждая.